сколько болельщиков приехало, и трещат трещотки, и флаг даже висит у что Польша Жирова достаточно своеобразная, и мало кто может нормально попадать. Наглядный пример был, кстати, в прошлой игре. Опоре. Второй точен. Все! Но Викинг там стоят стеной просто. Не могут пройти Сан-Франциско. Ой, хороший! Да, Иван! Опоре. Костюркина. Снова опоре. Лезет по кольцу. Прекрасный евростеп. Два очка. Опять включаем с мячом. Ой, хороший. Будет сверху. Опоре! Если тебе надо, что там было? Тюлькин. 88-й Тюлькин 3 забил. Ого! А вот и волейбольный. Добив мяча. Шаев, конечно, ему сбросил все броски. Первый мимо, но второй. Быстрый отрыв. На мышцах, скажем так. А вот и Игорь. Ваулен. Хорошая передача в кольцо. Супер, отрывка. Быстрый отрыв. Вот красный. Хороший пак. Королёв, второй. Попал. Борис Ханович, Игорь! Есть! Два! Он the glass! Закрывает! Быстрый отрыв! Не точно! Извиняется Тюлькина с Хановичем! Викинг в атаке! Три! Опа! Летели! Платонов! Три из угла, наконец. Действиями своих сокомандников. Опори. Два очка. Ай-яй-яй. Тюлькин, Борис. Не сумел было их мяч, и это... Тонкова, Афори, Тихонович, Платонов, закатывается мячик в свое кольцо. Петрушкевич. Хороший бросок. Куксенко забивает. Два очка для него. Очень агрессивно играет Тулей. Куксенко. Прекрасная передача. С левой руки. Лэйап. Из гол. Улин забрал. Пангол. За периметр бы скинул. Тюлькин один. Три. Забивал.
опять кольцо выплюнуло мяч. По море вышел. Ух ты! Передача со спины. Случает потери. Два очка. Вершинин.